Всем привет, Blender 2.81. И вот был у меня вопрос такой, как сделать именно фары для машины, чтобы они светились, да? Помог канал Программишка 3D за 2014 год. И вот такая информация от Blender 2.79. Давайте теперь посмотрим, как это здесь будет работать. Здесь названия немного другие, нежели в той программе. Вот такая фара, вот такое свечение, вот такая лампа. Поехали. Вот такая лампа Pixar. Есть вот сама лампа. Я ее уже показывал, как делать именно в ролике. На канале этот ролик есть, я его выложу под этим роликом. И те, кто смотрел именно, как я делал вот эту вот лампу Pixar, тоже ролик выложу, посмотрите, кому интересно. Ну а теперь нужно назначить свечение. Выбираем вот эту лампу, объект, и создаем материал. Теперь заходим в шейдинги, и сейчас тут немножко посмотрим, что можно сделать. Так, принципиальный BSDF вот этот удаляем. Сейчас чуть-чуть приподниму вот эти вот окошко. И находим так добавить. Находим шейдер, добавляющий шейдер. Ставим тут. Теперь так сюда его немножко перетягиваем. И можно подключить к поверхности. Теперь добавляем опять же шейдер и добавляем BSDF стекло. Это вот сюда вот. И находим теперь шейдер. Так, шейдер преломляющий. И теперь нужен нам глянцевый излучение. Вот, излучение. И подключаем это все вот таким вот образом. Вот так вот. Смотрим, что у нас тут да как. Смотрим на лампу. Лампа горит. Вот такая вот прикольная штука. Теперь здесь вот можно поставить цвет, ну, допустим, синий. И здесь излучение пусть будет красным. Вот такая штукенция. А здесь тогда можно поставить белый. Вот такая прикольная штука. Интенсивность можно прибавить на излучение, а здесь можно коэффициент тоже вот добавить. И шероховатости немножко вот так вот добавить. Если переключимся к объему, то будет сейчас вот объемный свет. Вот такая вот, вот такое вот свечение вокруг. Но нам это не надо, нам нужно именно, чтобы горела поверхность. Вот таким образом. Смотрим, что да как. Все, лампа горит. Теперь переключимся на лампу и поставим ей какой-нибудь темный цвет. Вот так, чтобы было видно. Здесь тоже есть настройки. Можно поднастроить тут цвет лампы, оттенок и так далее. Так, опять же на лампу переключаемся. Возможно, можно еще какие-то добавить. Вот эти шейдеры. Или добавить вот цвет, можно поэкспериментировать гамму, там, скрипты, вектор. Но это надо уже посидеть немножко, поразбираться. Ну, в принципе, результат вот горит лампа. Также может быть свечение именно на машине. Лампы могут гореть. Можно поставить вот такой белый цвет. Вот так это все выглядит. Так, теперь сюда переключаемся в рабочую Light. И вот так вот поставим. И вот так все это дело выглядит. Все, всем пока, до свидания.